Здравствуйте, меня зовут Елена, я из подмосковного города Дзержинский, мне 40 лет, и хотелось бы очень узнать такой вопрос. 3 года назад я начала заниматься закаливанием, просто ради интереса пошла. Я участница таких соревнований, как криатлон. Это все про холод. И приглашаю девушек к тоже закаливанию, к такому виду, так скажем, разжевание. И мне многие говорят: Лена, но сейчас закаливание очень опасно, потому что можно себе застудить все женские детородные органы. Вот мне бы хотелось узнать, действительно ли это так, потому что за 3 года занятий у меня ни разу ничего не болело.